Для завершения пути на 2000 остается не так много времени. Именно в сентябре и в августе на территории Березовского района идет плавной лов. Рыбаки заготавливают такие ценные породы рыб, как муксун, нельма, щекор, стерлядь и другие. Акционерное общество «Сибирская рыба» – это единственное предприятие, которое в Ханты-Мансийском округе занимается не только выловом, но и переработкой рыбы. И мы имеем такую возможность сейчас поучаствовать в работе и посмотреть, как организована приемка рыбы и как непосредственно рыбаки ее ловят. Саша, какой самый большой улов ты помнишь за свою жизнь любительского лова? В прошлом году, по-моему, да, 56 поймали муксунов. Это за один плав? Да, да, да. А какую рыбу еще ловишь? Попадается в сети? Да всякая рыба. В общем, которая плавает, та вся и попадается. А что делаете с ценными породами рыб, которые нельзя вылавливать? И попадались ли вам осетры? Вот, пожалуйста, видел, оператор выпустили в этот раз, буквально, вот. Большой осетр был? Ну, какой большой? Ну, такой был, наверное, да? Ну, а какой подвижек? Выпустили. Настоящие рыбаки. Сетку порвал даже из-за осетра. Какой самый интересный случай в своей жизни помнишь из рыбацкой жизни? Ну, вообще, здесь все интересно. Здесь все интересно. От начала и до конца, сплошь и рядом. В общем, случай, это как можно сказать, это один интересный случай вся рыбалка, и все. Полностью. А по жене скучаешь, когда бываешь на рыбалке? Безусловно, да. Пользуясь случаем, передаю привет жене. Ясное дело, уже неделю в тюмени. Как не скучать? Думаю, нет. Прибыль какая-то есть для семьи, ввиду того, что это дополнительная заработная плата? Ну, в этом году, по-моему, не очень. В прошлом году нормально было, получили. А в этом году пока я скажу, что не очень. Не идет масть почему-то. Это все. Для себя вообще рыбалка – это что? Дополнительная действительно прибыль или увлечение какое-то? Да нет, это утилитарное значение имеет, это чисто доход. Все. Ну, какое-то увлечение. Это радикулит тут вот в этой штуке, в палатке, там, и геморрой, и что там еще может быть. Все вместе. Это какое? Это так, это чистая работа. Это не увлечение, нет. Увлечение, вот, сидишь за кидушкой, вот это увлечение. А вот это, ну, раз, какое-то увлечение. Вон, ручки все потрескавшиеся. Воняешь, неизвестно там. Это работа. Да, вот это тяжелый физический труд. Это не увлечение, нет. Чего не хватает для вас, чтобы нормально работать? Чего? Вот бытовых условий не хватает. Все, вот ребята в палатке, мы вот в этой штуке живем. Отношение к начальству к нам? Да, расценки. Ну это что такое? Бензин подорожал в 2 раза. Рыба подорожала на 50 копеек килограмм. 9,50 стоит муксун, приемная цена. Вот, если план не выполнишь. Можешь представить себе? Вот и работаем на такую цену. Если не секрет, то сколько вы имеете за сезон? Это секрет. Конечно, секрет. Ну что, узнают сразу же, рекетиры придут. Ну не знаю, ну в прошлом году мы сколько? Мы в прошлом году, наверное, с Виктором, ну 1020, наверное, получили вот, в месяц.
Кого месяц? Мы месяц, полмесяца больше на Муксуне 3 недели стояли, еще месяц на Щекуре стояли, вот и считай. За 2 месяца мы получили где-то практически круглосуточную работу. Где-то по 20 тысяч нам получили. А сны вам снятся, когда вы отдыхаете? Сны? Какие сны? Ты что? Ну, доберешь до этой кровати, как упадешь, никаких снов. Не успевает присниться, потому что в 12 лягешь, в 4 вставать надо. Какие тут сны? Не успевает ничего присниться. Ну что, так душу греет? Ничего не греет, абсолютно. Ничего не греет. Даже мысли о деньгах и то не греет. Ну некогда тут греть. Когда тут греть душу-то? Некогда. Все работа, физический труд. А что считаете самым тяжелым в работе рыбака? Ну вот я говорю, вот чисто бытовые условия тяжелые. Жизнь раз. А вот этот вот плав, вот вообще здесь страшное дело, это грязь. Вот вешала. Стоят вот на них мы сеточки. И каждый раз вот начали когда рыбалить. И каждый раз через плав, да каждый плав. Вот и трясем, и трясем. И грязи переносим оттуда, вот переносим, переносим. Вот до сюда перенесли. И кругом все трава, которую мы вытащили из реки. Вот это тяжело совсем. Поднимали вопрос о том, чтобы чистили плав? Ну как? Так, в приватных беседах с Саламатовым разговаривали. Ну кто будет чистить? Это же трава, это же не коряги. Это же трава. И она как идет сплошником, так она идет. И как ее вычистишь? Ее несет просто вот сверху донизу, и все, она в сети попадает. Бесполезная чистить. А рэкетиры к вам приезжают? Рыбные рэкетиры? Нет, это наши друзья. Кто? А какие? Есть такая профессия, рыбный рэкетир, что ли? Нет, никого не было. Ну почему? Подделываются же под инспекцию, забирают рыбу, нет, наказывают. Нет, да мы инспекторов всех знаем. Тюменские, тобольские, ханты-мансийские. Ну, это такой сложный вопрос, наверное, лучше на него не отвечать. Нет, не было случая, чтобы так подъезжали под видом инспекторов и забирали рыбу. Ну а в частной беседе заметил, просят на малосол штук так эдак по 25. Алексей, ты родился в Березовском районе, значит, о рыбалке знаешь с самого детства. Расскажи, какое у тебя представление вообще? Вообще рыбалки я с детства и с отцом рыбачил, не водил. И так ездил на рыбалку. И сейчас вот 3 года рыбачу вот здесь вот, профессионально. Стоим на плаву. На рыбалке рассказать, это много надо рассказать. В Сару тоже рыбачили мы. И в этом году рыбачили, и позапрошлом году рыбачили. Ну что о рыбалке рассказать больше? Все наяву обычно так вот.
А почему говорят, что для местного населения практически рыба – это основной продукт? Ты считаешь, что можешь жить без рыбы? Или все-таки для тебя рыба – это все? Для местного населения рыба – это, ну, конечно, основной продукт, но для меня не все рыба. Это не как вот, как говорят, что вот ты на плаву рыбачишь, это твое, как там, наживо, что ты наживаешься на этой рыбе. Ниоткуда. Рыбкомбинат нам платит там, ну, не сказать, что такие большие деньги, но зарабатываем. Потом что? Бензин это все, ну, там, можно сказать, что не сильно так. Мы наживаемся на этой рыбе. Как говорят, что мы наживаемся. Я не знаю. Конкретно сказать, не знаю нынче. Мы только на бензин один работаем. Ты считаешь себя жителем Березовского района, а политикой вообще интересуешься? Ну, а как? Каждый человек интересуется. Ну, вот последнее вот время, которое мы здесь живем, мы, у нас ни телевизора, ничего нету, ни радио даже. А откуда узнаете какие-нибудь события? Ну, да мы все равно ездим в баню и это. Как мы? Что последнее вы узнали? Последнее – Останкинская башня горела. Вот это узнали. Что ее потушили, слава Богу. А что бы для вас могли сделать наши властные структуры, чтобы вам было легче заниматься тем промыслом, которым вы занимаетесь? Для нас хотя бы, вот, если честно сказать, хоть жилье какое-то. Плашково-то у них стоят в рыбкомбинате. Просто под жилье хотя бы один-два пригнали. Сюда на один плав, не для нас просто. Ну, на один плав поставить для трех лодок, вот, например, у тех катер есть. У тех тоже там не, жилье не ахти. А так бы на плашковите и чуть. И лед, и все, чем им помогли бы и там и со льдом, и все, и плашковичиком. Так нет, нету у нас такого. Обещали что-то потом, ничего не... Никто ничего... Директор рыбкомбината хоть бы приехал один раз, Константин, забыл, как по Батькович, вместе в одном классе учились. Хоть бы он проехал один раз, посмотрел, как рыбаки стоят, как рыбачат, как что. Нет такого. В наше время о будущем молчать надо. У тебя есть какой-нибудь самый неординарный день в своей жизни? Ты что-нибудь помнишь такое, которое могло бы запомниться на всю свою жизнь? На всю мою жизнь? Нет. День за днем одно и то же? Да, день за днем одно и то же. Что ты, Гена, говоришь? У Витьки того, Титова, кто? Ловый? Нет. А сейчас? Сейчас 41. Ну, еще раз дадим вредить. Еще плав. Классно, больше нужно. Ночью нельзя, смысл. Боря, легкая жизнь рыбака? Да я бы не сказал, что она легкая. Трудная, можно сказать. Для людей, кто занимается постоянным этим делом, это любой скажет, что это очень трудное занятие. Не занятие, а работа. Ну как, для чего, в принципе, как скажете, занимаешься этим делом, да? Ну это, как вам сказать, лишние, как говорится, копейки, она никому не помешает. На работе, дома. Все равно надо что-то, чем-то заняться, порыбачить, отдохнуть.
Ну, что еще сказать? Ну, не знаю больше всего. Только ли отдых вы испытываете на рыбалке? Да как, и отдых тоже, и в принципе, кто любит это дело, тот занимается этим делом. А так... Нужда заставляет? Да нет, в принципе, это нет. Нужда не заставляет. Ну, как сказать, не лишнее тоже. Замечу, что мы оговорились по вылову такой ценной породы рыбы, как стирлит. Уже несколько лет существует запрет на добычу осетровых, но так хочется, чтобы он быстрее закончился. Наше путешествие продолжается. Мужик, любой нужен.